Добро пожаловать в храм науки, грешники! И да внемлют овцы пастуху, ибо стадо разбрелось, в то время как зверь не дремлет. Я знаю, некоторые из вас еще выписывают научные журналы, но вы больше не верите в науку. Я говорю не о кострах инквизиции, но о большем грехе — отсутствии мыслей. Вы идете в магазин, покупаете гаджет, заходите в социальные сети и думаете, что вот оно, все достижения науки в ваших руках. Включаете компьютер, стучите пальцами по клавиатуре, но не знаете, откуда появляются буковки на экране. Вы включаете свет в комнате и не знаете, почему стало светло. Вы совершаете миллионы движений, но не думаете. Вы идете на работу и не думаете. Вы возвращаетесь с работы домой и снова не думаете. Ибо думать сегодня для вас есть грех. Поэтому нет ничего странного в том, что дети сегодня хотят стать диджеями. Ничего странного в том, что прогресс вершится деньгами, а не мыслями. Ничего странного в том, что инновации разрушают, когда мы ждем созидания. Но сегодня вы почувствуете, как энергия мысли начинает возрождаться. Ребенок узнает, взрослый придумает. Старик и тот в последние минуты своей жизни выведет новую формулу. Потому что мысли есть в каждом из нас. И тот, кто был глуп, на дне найдет истину. Вам даже не нужно просить об этом. Не нужно тянуть к этому свои руки. Стоит лишь открыть глаза, и вы увидите слепящую красоту науки, и в головах ваших раздастся веруй в имя мое, ибо имя мое есть знание! Я вопрошаю к вам. Вы слышите свои мысли? Вы слышите себя? Закон жизни гласит: мыслю, значит, существую. Мыслю, значит, существую. Мыслю, значит, существую. Так откройте сознание и впустите в себя свет науки. Пришло время вернуться к корням. Пришло время думать. Пришло время задуматься. И, повернувшись лицом к миру, увидеть его как нечто единое. Галилей. И тот, чудом избежав костра инквизиции, повернулся лицом к людям, чтобы возвестить им приход новой эры. Он повернулся к тем, кто хотел его сжечь, следуя своей глупости, и сказал: «Вы правда не понимаете, что она вертится? Продолжайте спать. Продолжайте спать». Вы спрашиваете, где тот самый научный прорыв? Где долгожданное светлое будущее? Где идеи, возвещающие о приходе нового дня? Услышь меня! Эра глупцов! Речь идет не о вас, не обо мне, не об отдельно взятой личности, но речь идет о вере! Вере в человека мыслящего! Так откройте глаза и дайте свету знаний поглотить вас! Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So
So I run to the river. It was boiling, I run to the sea. It was boiling, I run to the sea. It was boiling all on that day. So I run to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day. So I ran to the devil. He was waiting. I ran to the devil. He was waiting. I ran to the devil. He was waiting. All on that day. I cried, Mama.
Don't you know I need you, Lord? Don't you know that I need you? Don't you know?